Число пи в очередной раз отметило свой праздник. В этом году так сложилось, что дата празднования, 14 марта, совпала с цифрой нынешнего года, 2014. А еще в этот день, 135 лет назад, родился Альберт Эйнштейн. Так что можно сказать, 14 марта – это двойной праздник в научной среде. Музей занимательных наук не мог пройти мимо такого события и устроил для волгоградцев праздник. Ровно в 3 часа 14 минут состоялось открытие числа пи. А почему число пи? Этот знак вообще фундаментальной единицы изучает на протяжении многих тысячелетий. Причем изучают физики, математики, астрономы, все кто угодно. И благодаря этому они делают свои расчеты, изобретают новые механизмы. По сути, вся наука в мире, она связана с числом пи. А так как музей у нас занимательных наук, тем более, что, мне кажется, именно здесь буква пи должна была появиться. Это было логично. Цифры действительно нас окружают повсюду, но не ко всем им проявляется такое внимание. Праздник необычного числа пи проходит в международном масштабе. Весело с друзьями и обязательно с пирогами, пирожными, тортами с символикой числа. Вкусно. Очень вкусно. С чем? С черничным джемом. Спасибо большое организаторам за такой вкусный торт. Очень вкусный был торт. Праздник просто тоже был хороший. Торт был очень вкусный. Там была прослойка либо клубника, либо смородина, я даже не знаю. Было пи большое, очень было в восторге. Можно сказать, что тайну вкуса загадочного числа пи мы познали. Даже сделали открытие. Скорость поедания числа пи напрямую зависит от его вкуса и таланта кулинара, его приготовившего. Остается дело за малым – раскрыть все его математические тайны. Но это уже совсем другая история.